Котики мои, всем снова привет! Меня зовут Аня, и сегодня мы будем с вами отмечать день рождения нашей любимой Люсеньки, Люси 09. Я собираюсь его пойти отмечать, я уже знаю, что она в сети, я с ней встретилась случайно, но быстро ушла потом к себе домой, закрыла квартиру, чтобы сообщить вам о своем коварном, если можно так сказать, плане. Мы будем пранковать Люси 09, и я надеюсь, пранк у меня получится. А именно, я превращусь в сестру Люси, попытаюсь скопировать ее внешность, ну, сделаю что-нибудь похожее, потому что полностью копировать будет как-то скучно, наверное. Я думаю, Люся запомнит этот день рождения надолго, а возможно даже навсегда, на всю жизнь. Это будет самое лучшее твое день рождения, Люсенька. Радость моя, создадим события. Повеселимся. Я просто не знаю, дарить ли ей подарок, но как пойдет. Давайте просто вот будем плыть по течению, ребят, как пойдет. Может быть, подарим, может быть, нет. Давайте сперва разденем нашего персонажа, подготовим к этой нелегкой, судьбоносной встрече. И давайте зайдем в магазин одежды, найдем платье Люси, у нее нежно-розовое платье. Вот, ребят, посмотрите, как много платьев красивых. А Люся, почему? Почему, Люся, ты выбрала именно то платье? Нет, оно тоже симпатичное, но не знаю. Люся, ты же можешь обновить гардероб хотя бы на день рождения. Так, в магазине я что-то его не нашла, наверное, оно есть у меня в гардеробе. Да, точно, оно у меня есть. Значит, у меня должны быть тогда и сережки. Люсины, золотые сережки и золотой, точнее, позолоченный браслет. Также у меня есть сумка в клетку. Сумка в клетку, вот как она называется. Ну, это как пакеты в клетку, ребят. У кого есть дома пакет в клетку, ставьте лайки. Сапогов у меня точно нет. Давайте зайдем с вами в магазин сразу в категорию сапоги. Ой, ребят, посмотрите, какие красивые сапоги есть. Почему, Люсь, ты выбрала лапы? Почему ты отрастила лапы? Здесь и розовенькие есть, и красненькие. А у тебя просто сапоги лисичка. Вот они, сапоги лисичка. 70 имиджа дают, стоят они. Ох, 7000 серебра. Ну ничего, так дорогое вообще удовольствие на самом деле. Серебро здесь очень дорого стоит. Люська у нас миллионерша. Ну что ж, придется покупать. Все, образ Люси готов. Ага, нет, точно, мы забыли изюминку. Главную изюминку Люси — это кость. Кость от ее бывшего мужа, как вы пишете в комментариях, ребят. Пишите в комментариях, что вот это вот за кость у Люси и что она носит в сумке. Как всегда, в конце ролика будут комментарии, что у Люси в сумке. А пока давайте с вами зайдем в магазин, точнее в салон красоты. Будем наводить красоту. Так, кожу немножко смуглую сделаем. Прически. Будем менять свою прическу. Конечно, под париком не будет видно пока что заметно. Но я даже не знаю, какую можно сделать прическу сестре Люси. Может быть, вот эту вот за 650 серебра. Так, давайте разденемся. Ну, слушайте, неплохо. Не все так плохо. Цвет только, я думаю, сделаем немножко светлее, вот, да, вот так вот вообще замечательно. У Люси треугольник, у меня что-то типа прямоугольника. Глаза. Все, я сразу поняла, это глаза сестры Люси, ребят, я просто не сомневаюсь, это ее глаза. Фирменная улыбка, у них же это семейная улыбка, никуда не должна пропасть. Так что выбираем улыбочку, вот за 3 золотые монетки. И, как всегда, красная любимая помада семьи Люсь. Ну что ж, ребят, вы предлагали мне поменять внешность. Вот мы с вами меняем внешность. Я, конечно, понимаю, что это все временное дело. Я сразу после этого видео верну, наверное, Хану, потому что, во-первых, Северус может зайти и спалить меня, не так все понять. Кстати, мы с ним общались, я для вас обязательно запишу видео, просто там немножко пока, немножко-множко личного, так что не буду пока
выкладывать на канал. Как только с ним встречусь, обязательно засниму ролик. Я также думаю, как ему признаться в том, что у меня есть канал. Ребят, не знаю, я все еще думаю. Стоит ли это делать, не надо. Как всегда, очень много разных мнений. Вот вы как сейчас вот думаете, стоит ли ему признаваться, или все выйдет так вот, как с Люсей? Мне кажется, хуже Люси уже не будет. Я предлагаю также обустроить комнатку сестры Люси. Давайте заменим двери. Дальше пойдут у нас стены, пол. Неплохо получается у нас пока что. Так, кровать. Так вот, почему она ставится так, я поняла. Она изначально так вот ставится, поэтому Люся типа поленилась ее развернуть. Ну, может быть, она даже не знает, как разворачивать предметы, и поэтому она так поставила кровать к стене лицом. Ну что ж, мы тоже тогда разместим окошко. У нас вот такое вот есть окошко. И вместо картины пусть будут инструменты. У нас сестра Люси мастер на все руки. Для гостей разместим диванчик с креслом и какой-нибудь столик. Давайте вот такой вот свадебный стол украла со свадьбы Люси. Друг медвежонка Люси. Все, ребят, гостиная сестры готова. Что нам не хватает? Надо подумать. Ага, ник, давайте поменяем ник еще. Агния 007. Агент Агния 007 в деле. Давайте сейчас найдем Люсю. Люся в парке гуляет. Вот она у нас стоит. Уточек, что ли, кормишь? Люсенька, привет. Узнала? Ну, здравствуй. Куда она убежала-то? К себе домой убежала. Понятно, как всегда, от фанатов скрывается. Обнимешь сестру? Ну что ж ты как не родная-то? Ну обними свою родную сестру, Люся. Что ж ты такая черствая, да? Выход, типа вы горячая, да, я горячая, Люся. Посмотрите, как мы с ней похожи. Люся, как ты не узнала свою сеструню? Да посмотри, мы же как две капли воды, мы просто похожи. Ну что ты вообще, даже не видишь, что ли, как я на тебя похожа? Мы же с тобой вместе всю жизнь росли, в одном доме. Опять фанат. Кыш, вы видите, как она относится к тем, кто ее вот смотрит? Опять фанат, что за ужас? Какой фанат? Ремня тебе мало в детстве давали. Пошла на... А, стоп, ты хана. Куда она ушла? Стойте, подождите. Нет, неужели она ко мне в дом пошла? Все, ребят, меня раскрыли. Пранк закончился. Люська, с днем рождения. Я нажала гости и меня сюда привел. Кто тебя привел? Призрак привел Люсю в мой дом. Полтергейст. Давайте попытаемся оправдаться. Я тут не живу. Хватит меня дразнить. И то получишь. Я за плагиат посажу. О чем ты, Люся? Одумайся, я твоя сестра. Куда ты посадишь свою родную сестру? Ты уродлива, Люсь. Я твое отражение. Зачем сумку одела? Что? У тебя точно такая же сумка. Как ты можешь называть уродливым то, что ты сама носишь? Люська, давайте позовем Люсю в мой дом. Опа, она пришла, смотрите, как мы слились. Люся, welcome in my house. Чай, кофе, потанцуем. Тупица, Япония. Ты опять снимаешь? Люся раскрыла свою очередную сущность. Она призналась в том, что она пони. И да, Люся, я опять тебя снимаю. Если будешь бить, нужны доказательства. Ну, конечно. Ты даже подыгрывать не можешь по-доброму. Вот ты знаешь, что там, например, я тебя буду снимать, а сама ведешь себя так отвратительно. Вот зачем ты это делаешь? Давайте спросим, что Люсе смешного, что здесь сейчас смешного, Люся. Это трагедия просто. Ты как я, только страшнее. Да как так? Я полностью скопировала твой образ. Что вот, ребят, ну скажите, кто из нас симпатичнее, Агни или Люся? Ну, я даже не знаю. Ну, конечно, против красоты Люси фиг попрешь. Завязывай. Сейчас руки тебе завяжу, чтобы ты не печатала гадости всякие. Я приехала на твое день рождения. Оно завтра будет, дура. Сегодня же выходной, сегодня суббота. Ну, блин, Люська-то не уточнила. У Люси завтра день рождения. Воскресенье получается. Сколько только ей исполняется, я не знаю. Пишите догадки, сколько Люси исполнится. Куда ты ушла? В клуб умотала. Я люблю тебя.
Сестра, ты лучше. Нет, это она сейчас наигрывает. Я уверена, она наигрывает. Люсь, ты чего, перепила мохито здесь? Заканчивай, Люсь, мне ж тебя потом развозить в тележке. Вы посмотрите, это просто. Люся ни с того ни с сего начала делать мне комплименты. Ну, пойдемте. Так, Люся отставила меломан и дарит мне. Люся мне меломана дарит, ребят. Давайте примем. Я не буду отказывать, Люсь, что-то. Я не откажусь. Окей, спасибо большое. Я чего-то вообще сейчас не понимаю, что происходит. Люся, ну она на камеру это сделала. Я это вот уверена, что она сделала это на камеру. Ну я же его теперь не отдам тебе, Люсь. Для тебя не жалко, родная. Ей нужен нимб, а не кость. Я вот точно вам говорю. Верни теперь. Верни, что? Люсь, ты зачем мне его отдала? Ты нафига? Ребят, я не понимаю, я не могу больше все с ней. Нафиг тебя, Люсь, надоела ты мне. Ну вот что и требовалось доказать, Люсь, ты сама себя даже выдала. Ну как, что за бред? Люся, ты мне подарила меломана, думала, что я что ли смонтирую постановку, как ты мне его подарила, я тебя обнимаю и конец, чтобы меня добрые обсчитали теперь. Ой, Люсь, ты твоей доброты просто обсчитаешься. Верни приказ. Это не тот конец, у нас будет хэппи-энд, а только хэппи-энд. И в нем не будет тебя, Люся, как ты смеешь. Кину, вернула быстро. Люся за мной теперь будет ходить, как собачка. Нет, Люся, я тебе так просто его теперь не отдам. Вернее, мой брат зашел. Давайте выгоним Люсю, посмотрите, у нее комфорт сдулся. Вот и все, Люся, все твое богатство сдулось. Она, кажется, не нажимает на окей, так что будет стоять у меня здесь как памятник. Не знаю, как долго она здесь простоит. Надеюсь, со временем уйдет. Ребят, я не знаю, идти ли на ее днюху завтра. У нее завтра день рождения, и она заставляет меня отмечать с ней. Я не знаю, что вообще можно придумать. Пишите в комментариях ваши идеи. Также скажите, стоит ли ей возвращать меломана. Я в шоке, она просто тупо отдала мне для видео меломана. Я не знаю, зачем она это сделала. Она же, наверное, должна была подумать сначала, что я могу не отдать его дальше. Ох, ребят, я не знаю, это какой-то ужас. Всем большое спасибо за внимание. Давайте накопим 3000 лайков, и я иду на день рождения, Люси, ребят. Всем удачи, всем пока.